Три дачи сгорело на окраине Хабаровска. Пожарных вызвали садовое сообщество имени Мичурина. Оно расположено в поселке имени Горького. Огонь распространялся с такой скоростью, что спасатели едва успели отрезать путь пламени и спасти другие строения на улице. Это уже не первые сгоревшие дачи в этом сезоне. Репортаж наших корреспондентов. В садовом обществе Мичурина участки расположены близко друг к другу. Искры от одной постройки перелетали к другой. Подойти близко к пламени сами дачники не могли. Только прибывшие пожарные отрезали дорогу огню. Их работа помогла избежать больших потерь. Председатель товарищества взял на себя обязательство оповестить дачников, которые лишились своих построек. То есть на вашем участке сгорел дом окончательно. Мебель какая-то? Ну там, да, там хоть и старая, но была мебель. Угу. И вот на том участке, да, вы говорили, да, что... Да, там он до сих пор тлеет еще. Что-то уже было высажено? Ну, там, да, она что-то садилась, не скажу, что... Они, скорее всего, у нас... Ну, соответственно, оно там прогорело. Там надо еще пролить. Восстанавливать домики не имеет смысла. Легкие постройки сгорели дотла. На соседских землях обгорели деревья. По предположению дачников, пал пришел на территорию Мичурина со стороны автомобильной дороги. Установить, кто поджег траву, невозможно. Это мог сделать любой прохожий или проезжающий мимо автомобилист, например, выбросив в окно непотушенный окурок. С начала недели это уже не первый дачный пожар. 1 апреля несколько дач сгорело в районе села Виноградовки. Потушить возгорание пожарные смогли только спустя 4 часа. Сегодня сообщение о горящих дачах пришло из Владимировки. Там нанесенный дачникам ущерб еще предстоит подсчитать. Строение тушили до самого вечера. Наталья Шиян, Юлия Рябцева, Юлия Зима и Павел Рогатин. Телеканал «Губерния».